внимательно посмотрите на эти снимки. Это Даша, моя дочь. Я прошу вас начать ее поиски как можно скорее. Моя дочь больна. В смысле, невменяема. Запросто может прыгнуть с крыши или, того хуже, столкнуть кого-нибудь. На первый взгляд кажется нормальной, но при общении становится понятно, что с ней что-то не то. И всюду мерещатся враги, врача она называет конвоирами, сочиняет, что ее держат в подвале, хотят убить. Даже меня не всегда узнает бедная девочка. Того, кто ее найдет, щедро отблагодарю. Даша мне очень дорога. Вы даже не представляете, как она мне дорога. Ну что, будем знакомиться? Тихо, тихо, тихо. Не подходить ко мне. А ты не бойся, мы не больно. Ты что? Алло! Алло, стоять! Ай! Слышишь, ты? Блин, ты не урод! Если бы я знал, если у нее здесь друзья и в каком районе города она бывает, я бы вас не нанимал. Ищите, хоть из-под земли достаньте. Давай садись. В прошлом году я сбежал из детдома и все лето жил в деревне. Там вот такие комары. А еще у нас был кот говорящий. Да ладно. А сейчас почему сбежал? Меня закатали в больницу и хотели продать на органы. На пересадку. Другому мальчику. Иностранцу. Хватит врать, а? Отвечаю. Слушай, а ты не знаешь, где здесь можно комнату снять? Фиг ли бабки транжирить. Бесплатно переночую. Где? Прямо здесь? Зачем здесь? У меня везде друганы. Меня и в кино за даром пускают, и в интернет-клуб. А в одном ларьке тетка всегда голям на чебурек дает. А ты здесь живешь, в Москве? Родился здесь, да? Да, я здесь все знаю. Я тебе покажу магазинчик, где можно легко тырить еду. Так, мы воровать не будем. Да? А ты вообще откуда?
Я из Косинска. Откуда-откуда? Из Косинска. Чего ты смеешься? Это город такой. Я там выросла и родилась. Потом меня нашел отец. И забрал к себе. Кстати, московский бизнесмен. Круто. Угу. Круто. Потом он стал со мной плохо обращаться. И я сбежала. Только какой-то странный отец. Какой-то ненастоящий. Может, тебя тоже хотят на органы продать? Думаешь? Да кому нужны мои органы? Слушай, а тебя как вообще зовут? Макс. Даша. Нет, я еще в Москве. Эта стерва сбежала. Нет, договоренности остаются в силе. Цыба, я сказал, что будет нормально. Жди. Даша сбежала и на этот раз избавилась от чипов. Да эта дура Полина ей помогла, тварь. Ищи ее свищи теперь по всей Москве. А ты случайно не знаешь, где Даша? Нет, не знаю. Если бы в мои планы входило выкрасть Дашу, я сделал бы как-нибудь это поумней. Тем более не связывался бы с Полиной. Глеб, убери от меня эту дурацкую слежку! Я работаю в нашей с тобой компании! Встречаюсь с важными людьми! А за мной постоянно висит какой-то хвост! Я уже знаю все номера их машин, их нелепой физиономии. Ну давай. Давай, развесь все камеры. В машину прослушку поставь. В мозг мне вживи чип. О! Неплохая мысль. Глеб, если я захочу тебя кинуть, слежка тебе не поможет. Надеюсь, ты меня услышал. А ты попробуй. Я тебя в асфальт закатаю. И это не метафора, ты же знаешь. Гера, привет. Пробей по своим каналам. Некий Цыба. Цыба. Я фамилию, кличку не знаю. Да, все нормально. Давай. Короче, Дашка, я тебя сейчас со всеми познакомлю. Идем. Короче, знакомься, это Дашка. Привет. Привет. Погнали дальше. Привет. Знакомься, это Дашка. Вечеринка, потому что наш клуб закрывается. Ура! Диджей, музыка! Что значит закрываемся? Ай, продают это все и уезжай в Китай. Слушай, Олег, поехали со мной.
Поехали, 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 поехали. Я не могу, много работы. Ты ж хотел. Ты говорил, что хотел завязать. Ну да, не так все просто. Смотри-ка, знакомая физиономия. Опаки. Еще и бабки за нее дают. Слышь, ты это самое, у нее же друг, Макс. Может, она с ним, а? Усек? Ну, и че? А я знаю, где он тусуется. Я тебе дело говорю. Пошли, пошли. Ну так что ты боишься? Ты молодой, красивый, я тоже. Мы этот Китай, ну что ты боишься? Ну сколько ты будешь за ним это все разгребать? Ну? Да, но поначалу мне это нравилось. Богданов, его железная хватка. Только люди для него пешки на шахматной доске. Он испытывает огромное удовольствие от этой игры. Впрочем, как и я. Не, Аля. Ты не такой. Я тебя с детства знаю. Ты хороший. Я ж помогал ему. Совершенно не знал, не думал, что будет с этой девочкой. Она ж ни в чем не виновата. Она очередная пешка. Да. Впрочем, как и ты. Олег, не поедешь? Нет. Михаил. Пошли туда быстро, там эти двое, быстро! Пока, еще увидимся! Пока! Пока! Давай, быстрее, за ним! Сказал, что меня найдут на свалке и будут собирать по частям. Как думаешь, он может? Он? Может. Я в подвале у него нашла девчонку и отпустила ее. Я не знала, я думала, какой-то обзавелся секс-рабыней. Ну, извращенец, в общем, там вообще дело другом оказалось. Там он так кричал на меня. Я никогда его таким не видела, понимаешь? Я не могу понять, зачем Богданову нужна эта девчонка. Что у нее такого? Понятия не имею. И он мне ее сказал искать. Где мне ее искать? Нет. Нет. Не знаешь? Не знаю. Сейчас. Я ей оставила номер своего мобильного, ну, чтобы она позвонила, если что. Она же позвонит, да? Господи, хоть бы она позвонила. Олег. Мина, я же красивая. Пожалуйста, пусть она меня простит.
Но он должен меня простить, он же меня любит. Ну, говоришь. Сейчас. В этом ДК еще зимой кружков не было. Дом культуры есть, а культуры нет. Проходите. Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Я сейчас что-нибудь на ужин приготовлю. Максим, ты знаешь, где туалет? Да знаю. Иди руки мыть. Даш, идем. Ну, спасибо. Ребята, пора спать. Чур, я с краю. Ладно. Ой. Так. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Она мне сказала, что воровать плохо. Так что давай все спать. Спать. Быстро. Даже еду. Даже еду. Макса не видели? Не видели. Охота. Угу. Ну что? Куда мы теперь? Мы же не можем здесь навсегда остаться. Нам надо комнату снимать.
Но даже на комнату нам с тобой не хватит. Да не волнуйся, у меня еще нычки есть. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Хорошо. Пап, Вася, мы уже уходим. Угу. Как? А завтракать? Слушай, а давай в деревню махнем. В какую деревню? В Бабе Клаве. Точно. Подожди, у тебя что, есть бабушка? Да нет, это бабка одного моего знакомого пацана. Мы у нее все прошлое лето жили. Короче, она вот вообще вот, вот такая бабусенция. Ну, отлично, поедем. Слушай, Макс, подожди минутку. Скажите, а у вас есть методичка по биологии для поступления в вузы? Биология? Да, есть, конечно же. Пожалуйста. Ага, спасибо. А у вас только такие? Да, так это самое лучшее. Да? Чем внимание. Может, пломбир? Я это хочу. Что, с шоколадом? Да. Ну что, у тебя с шоколадом? Да. Сколько? Два. Держи, 70 рублей. Сейчас. Давай. Куда? Куда побежал? Милиция! Макс! Отец! Мишка! Не кричите, я вам сейчас все деньги отдам. Поразить же вас! Полиция! Вас! Куда побежал? Держи его! Я за пацаном бегу. Он мороженое украл. Давай с другой стороны. Макс! Макс, стой! Да, остановись! Я... Да я. Остановись же! Подождите, пожалуйста. Отпустите его. Отпустите, пожалуйста, его. Он не виноват. Давайте заплачу за мороженое. Сколько вам должно? Спокойно. Где-то я тебя уже видел. Точно. Жека, это ж дочка олигарха, за которую награду дают. Которая в розыске. Беги. Стой! Куда? Макс. Ты смотри какой, а? Ха! Ха! Жила у меня тут зимой. Про деда меня не спрашивала. Как появился, так и исчез. Ну, а может, вы фамилию помните? Фадеев. Точно. Фадеев. Максим Фадеев. Максим. Да ты в полицию сходи. Там скажут, куда вы увезли. Все просто. Да мне в полицию нельзя. Чего? Простите, пожалуйста. А можно мне от вас позвонить? Мне просто очень-очень нужно. Срочно. Я быстро.
Полина? Нет. Даша. Даша, это я. Пожалуйста, не бросай трубку. Спасибо. Пожалуйста. Гера, мне нужна твоя помощь. Мне надо знать, где сейчас находится абонент. Записывай. Слышь, а там вот под кустиком еще, глянь, а? Досмотрел я там только что, там ничего нет. Там вечно никогда нет, ничего. О, зато у нас всегда на нашем месте любимом. Всегда свежачок стоит, смотри, какая. Подожди, смотри, вот это та девчонка. Помнишь, она от нас петляла? Так. Ну, дочка олигарха. Берем. Тихо, не кричи. С нами пойдешь. Ментам сдавать не будем. Награду сами заберем. Пошли. Ну, давай. Шпана, ты в порядке? Да, ты. Пошли. Мне надо поговорить с тобой. Хорошо. Садись в машину. Это твои новые друзья? Да. Я так и понял. Чего они тебе хотели? А что вы от меня хотите? Даша, Богданов оформил всю свою недвижимость на тебя, чтобы спасти ее от конфискации. Ну, на тот случай, если его посадят. Ты сказочно богата. Но, как ты понимаешь, он не твой отец. Тебе скоро 18. Ты сможешь полностью воспользоваться правом владения его имуществом. Да мне чужого не надо. Меня бабушка всегда учила, что главное в жизни быть настоящим человеком. Но вам этого не понять. Поэтому идите и передайте своему Богданову, чтобы он оставил меня в покое. Тебе, может быть, и не надо. А ему надо. И он не оставит тебя в покое. Я хочу, чтобы ты выпутался из этой ситуации с наименьшими потерями. Почему я должна тебе доверять? А у тебя есть выбор. Хорошо. У меня есть очень близкий друг. Его забрали в милицию. Так. Украл мороженое. Это серьезно. Ему 10 лет. Зовут его Максим Фадеев. Максим Фадеев? Максим Фадеев. Украл мороженое? Да, украл мороженое. Ему 10 лет. Гера, привет. Ты удивишься, но мне опять нужна твоя помощь. Твой Максим Фадеев в этой больнице, 14-я палата. Что с ним? Я не знаю. Ладно, хорошо. Стой. Вот тебе телефон с моим номером, звони, если что. Хорошо, спасибо. Подожди. Я буду тебя здесь ждать. Возвращайся, мы подумаем, что делать дальше, хорошо? Ладно, спасибо, я пошла.
Ну, приемные часы закончены. Приходите завтра. Извините, пожалуйста, но я же с работы отпросилась. Я в другое время не могу. Девушка, я все понимаю, но у нас такой порядок. Приходите завтра, там не только ваш ребенок лежит. Но он же меня ждет. Ну, девушка, ну поймите меня. Ну, можно хотя бы продукты передать, пожалуйста? Давайте передадим. До свидания. Хорошо, давай. Что вы столько цените? Привет. Всем привет, Дед. Привет. Я вас догоню. Костя проснулся? Живот не болит? Давай тапки надевай, иду и на анализы. Давай, давай, давай. Вам там удобно? Что? Я говорю, вам там удобно? На самом деле не очень. Я просто потеряла сережку. Вот, я сидела и обронила сережку. Она у меня упала. Макс, это кто? Это моя сеструха. Знакомься. Двоюродная. Даша. Слава. Ну, а потом выяснилось, что они просто пациентку перепутали. Ну, ничего, бабушка, знаешь, такая крепенькая оказалась. Да, что она правда выжила? О, не то слово. Она еще нас всех переживет. Слава, скажи, пожалуйста, можно мне Макса ненадолго к себе забрать, погостить? Ну, а завтра я его верну. Это вообще-то запрещено правилами. Ну, пожалуйста. Даш, а ты чего раньше Макса не навещала? К нему только из опеки приходили. А я недавно в Москву переехала. Алло? Кровотечение остановите, я сейчас буду. Извини, пожалуйста, там пациент. Побудь здесь. Конечно. Одевайся.
Мы уходим, понял? Какой медсестрой? Я не знаю, новенькая, молоденькая такая. Опять убежал. Звони на проходную, может, успеет задержать. Алло? А она убежала с ребенком. Кто это? Кто? Я и частный детектив. У меня к вам просьба. Вы никому ничего от Даши не говорите. Даже в полиции. Я не знаю. Иначе у вас будут большие проблемы. И еще. Вот этот телефон, передайте ей, когда она вернется, и скажите, чтобы она обязательно позвонила мне. Договорились, да? Мальчик Максим, что с ним? Он... Договорились. Продолжайте следить. Шрек! Здесь классно. Баба Клава такая хорошая, добрая. Даже когда я на клубе у всех цветов головки оборвал, она не прогнала, только крапива отлупасила. Даш, не переживай, здесь хорошо. А ты что все цветы-то оборвал? А? Не знаю. Дураком был. Эх ты. Проходи. Спасибо. Баба Клава!
Баба Клава! Слышь, может, она ушла? Заходим. Баба Клава! Баба Клава! Кто вы? А как вы сюда попали? Макс? Баба Клава, это же я, Максим! Ну, помните, я с вашим внуком приезжал? Ну, с Кириллом! А помните, я на клумбе у всех цветов в головке оборвал? Ну что, блин, не узнали? Конечно, узнали помню, уже. Помню! Ты моя сиротинушка! Здрасте! Здравствуй! Здрасте! Кушать хотите? Ага! Ах, спасибо! Слава! Слава, пора обедать! Мам? Кто это? Мои хорошие, все, бегу, кипяточек несу. А после войны моя мама липовый хлеб пекла. Угу. Липовый – это значит поддельный, фальшивый? Это значит из листьев липы. Разломаешь его, а он внутри зеленый. Ой, голодно было, особенно зимой. Картофельные очистки в радость. А нынче, как хорошо. В магазинах все есть, и то люди недовольны. Хорошая нынче жизнь. Только бы не было войны. Что, Филипповна, внук приехал? Внук и внучка. Давай к столу. Блины на славу получились. Мам! Ну ты можешь мне объяснить, что происходит, а? Ну тут же четко написано, что девушка находится в розыске. Мама. Что она вообще психически неуравновешена. Ну почему? Почему ты хочешь ей помогать? Да потому что я уверен, что это неправда. И я должен во всем разобраться. Почему ты должен разобраться, а? Кому ты должен? Ты у меня единственный сын. Ну почему она? Ну, а как бы папа поступил на моем месте? Ну, что ты хочешь от меня? Ну, симпатично. А глаза у тебя... папины. Thank you.
Дарью можем увидеть? А какую Дарью? Вы о ком? Давай. А, если вы про детей спрашиваете, так они же уехали, они погостили и уехали. Так что до свидания. Доброй вам ночи. Я не поняла. Куда это вы? Кто вы такие вообще? Как вы себя ведете? Я сейчас полицию вызову. Что вы себе позволяете? Я сейчас всех соседей позову. Это моя... Это не детектив. Да, Гера, привет. Привет. Помнишь, ты просил меня узнать о неком Цыбе? Говори. Ну, короче, это Цыба, это Колесник Илья. Был судим за сутенер и объявлен во всероссийский розыск торговлю людьми. Ну, и до сих пор не найден и, скорее всего, живет за границей по поддельным документам. Короче, найти его нереально. Так что извини, это все, что есть. Понятно. Спасибо. Пока. Пока. Филипповна, ты где? Здрасте. Филипповна, что тут происходит? Повязать их и в цугундер. Предъявите ваши документы. Да какие документы? Это ж бандиты. Мы бабу Клаву в обиду не дадим. Пошли отсюда. Давай. Господи, слава Богу! Не нашли вас. Баб Клав, они ушли? Ушли. Все. Слава Богу. Давайте, возвращайтесь оттуда.
Вряд ли она еще там. Все. Где же ты, где, дочь моя? Мама, ты говорил, что у тебя кот говорящий. Только что от слов я от него не слышу. А он зазря трепаться не любит. В отличие от тебя. Спасибо, Дашенька. Так, моем руки живо и за стол. Завтрак готов. Ну, наконец-то все закончилось, даже не верится. Ну что, куда пойдем праздновать? Такой повод. Не могу, надо в офис. Ты Полине позвони, заодно и поделишься. Да ну, видеть ее не могу. Курица тупая. И где бы найти такой, который не ради денег, а по любви? Хочешь настоящего? Чтоб верная была, чтоб пожертвовала ради меня всем. На край света пошла. Ну, прям как ты когда-то. Мне всем нужны деньги, деньги, деньги. А что ты можешь дать, кроме денег? Старый жирный крокодил. Подумай, зачем ты им нужен без них? Не, ну я знал, что я не в твоем вкусе. Да, поспешил я с оформлением недвижимости. Запаниковал. Слушай, а ты не знаешь, где Даша? А должен был. Срочно в город. Мальчика нужно срочно госпитализировать. Я сейчас его вещи соберу. Легких сложной формы. Состояние стабильное, но в сознание он не приходит. Господи, если бы я знала. Даш, ты не виновата. Он все равно бы сбежал. Максим знает свой диагноз. Знает. Поэтому избегает. Поэтому и выдумывает всякие истории про пересадки органов. Ну да, он мне рассказал.
Он умрет? Давайте домой провожу. Нет, я хочу здесь остаться с Максом. Да что, сейчас ему ничем не поможешь. Так. Я понимаю, что идти тебе некуда. Некуда. Пойдем. Куда? Ко мне. А ты знаешь, что я в розыске? А еще я знаю, что у тебя острое расстройство психики. А вот это вранье. Пойдем, я тебя с мамой познакомлю. Даш, проходи. Ага. Мама уже грибы спит. Давай, раздевайся. Так вот, я тебе говорю, что Богданов меня удочерил для каких-то своих махинаций. А потом держал меня в подвале. Ничего себе. Да, а еще пичкал меня какими-то непонятными наркотиками. Вот гад. Ко мне в больницу приходил какой-то человек. Странно, он сказал, что он частный детектив. Такой, с хвостиком. Артемьев? Ему можно доверять? Ну, не знаю. Но он работает на Богданова. Привет, мам. Познакомьтесь. Даша. Надежда Павловна. Здравствуйте. Очень приятно, Даша. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Отлично. Яшницу будешь? Давай. Так. Держи салатик. Спасибо. Я поговорил с мамой. Она не против. Ты можешь оставаться у нас сколько захочешь. Не надо было, наверное, говорить маме. Спасибо. Перестань. Так, ну, ты ешь, я в больницу. А я с тобой, я к Максу. Даш, Максим сейчас в реанимации. Я понимаю. Но когда он придет в себя, я же могу его навестить? Пожалуйста, не исчезай никуда. Ну и? Мальчик сейчас в больнице, тяжело болен. Так. И что? Дом, в который они приезжали с Дашей, связан с этим мальчиком. А мальчик? В больнице. А почему там нет до сих пор нашего человека? Понял. Знаешь, 90-е появились такие шоколадные конфеты в таких блестящих обертках. Боже, Славик меня замучил, все время выпрашивал их. Такой был сладкоежка. Я тоже люблю сладкое. А как-то в свой день рождения, по-моему, 11 ему исполнилось. Так он так переел Наполеон. Такая аллергия была, боже мой, как он меня замучил. Дашенька, что с тобой? А какое сегодня число? 23-е, а что? У меня просто сегодня день рождения. День рождения? Боже, а сколько ж тебе исполнилось? 18. Так это ж надо праздновать! Да. Да, в больнице. Угу. Нет, Дашу пока не видел. Мам, Дашу позови к телефону. Да, быстрее.
что, можно уже? Ну, сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. Ну что? Ну что? И... Только желание загадай. Загадай? Идуй. Есть! С днем рождения! Спасибо большое, у меня никогда не было такого дня рождения. Все как-то по-домашнему. Даш, ну ты что тут сидишь? А что будет с Максом? Только честно. Есть вариант делать операцию за рубежом. Но это очень дорого. Это до 40 тысяч евро. Да. А знаешь, самое смешное, что у меня есть деньги. Я же дочь олигарха. Владелица всей его недвижимости. Как мне их достать? Дашенька, доброе утро. Доброе утро. А Слава уже уехал? Да. Я тоже на минутку в магазин кефир куплю, а приду, будем готовить пиццу. Никуда не уходи. Конечно. Уже 15 минут стоит Даша, кого-то ждет. Может, меня привести? Стой. Она может риск поднять, скандал устроить. А шумиха нам сейчас, ну чему? Она может. Чего она вообще приперлась? Кажется, я знаю. Иди-ка вниз, приглядите там за ней. Понял. Олег, зайди ко мне на минутку. Даша! Даша! Алло. Да, привет, мам. Как сбежала? Я же ей... Какие вещи? Да, я понял. Мам, не волнуйся. Не волнуйся, все нормально, будь дома. Будь дома, да. Подменишь меня на пару часов? Хорошо. Спасибо. Там внизу в холле
сидит Даша. Лишняя шумиха мне не нужна, поэтому твоя задача убедить ее спокойно выйти на улицу и добровольно сесть в мою машину. Она там одна? Может, и не одна, откуда я знаю. Для этого я тебя и посылаю, выясни. Она не сядет в твою машину с твоими... Давай так. Я уговорю ее поехать со мной к нотариусу. По дороге ей все объясню. А у нотариуса она подпишет дарственное на твое имя. Потом ты ее отпустишь, все. Я не собираюсь ее отпускать. Она теперь моя дочь. И неизвестно, как она воспользуется этим статусом. Здесь много что можно провернуть. Но сама не догадается. Наверняка найдется какой-нибудь умник, который подскажет. Не правда ли? В общем, сделаешь, как я сказал. Пойдешь с прослушкой. Да? Даша. Привет. Здрасте. Чего это они замолчали? Тебя разыскивает отец. Он хочет поговорить с тобой. Ты должна поехать к нему. У входа ждет машина. Я не могу никуда ехать. У меня в больнице умирает близкий друг. Мне очень нужны деньги. Много денег. Вы же обещали мне помочь. Пожалуйста. Если вы мне не поможете, я все расскажу полиции. Что ж ты делаешь-то? Так, иди вниз и предупреди, чтобы все были в боевой готовности. Если я дам команду задержать, вяжите их обоих и в машину. Ты понял? Да, понял. И даже несмотря на сопротивление, визг, шум и свидетелей. Ничего. Меня этот майор стал убеждать, что Богданов ее отец. Отец же не может украсть собственную дочь. А ты что? Я пытался ему объяснить, что он ей не отец. Нужно все проверить, нужно съездить к нему домой. Этот майор еще и издевается. Он говорит: слышь, пацан,
Если уважаемый человек не хочет, чтобы ты встречался с его дочерью, это не повод привлекать полицию. А я сейчас позвоню этому Артемию. Даша, телефон был. Вот. Я ему сейчас устрою. Слава. Сейчас поедем в полицию к моему человеку. Напиши заявление, что Богданов пытался тебя изнасиловать. Подробности придумай сама. Раздевал, трогал и тому подобное, я все подтвержу. Подожди, но этого же не было. Какая к черту разница? Это станет твоей защитой. Я не буду этого говорить. Я не буду врать. Останови машину. Я сказала, останови машину. Останови машину, ты не понял? Значит так, у меня есть к нему предложение. Я ему отдам все его дома, а он мне даст деньги на лечение Макса. И все. Больше мне от него ничего не нужно. С чего ты взяла, что он будет с тобой торговаться? Прошу тебя, сделай так, как я говорю. И будет все хорошо. Быстро в машину. Беги. Беги! Не вмешивайся, прошу. У меня есть к вам предложение. Я верну вам все ваши дома, бумаги, деньги. Только, пожалуйста, отпустите нас. Так значит, девушка в курсе насчет недвижимости. Интересно, кто же ей сказал? Стой, пожалуйста! Я пойду в полицию и скажу, что вы пока не приставали, что вы извращенец. Идиотка. Ну, не надо, ну. О, так ты, оказывается, потная. Значит так, сейчас ты подпишешь бумаги и поедешь со мной. Я никуда с вами не поеду. Да? Угу. Вы что делаете? Слышу. Я поеду. Я поеду и сделаю все, что вы скажете. Умничка. Ну, давай, дорогая, иди, собирайся.
себя в комнате. Если ты не отпустишь, вся информация по Александре будет на столе у Матвеева. Вместе же сядем, дурилка-то картонная. Ты говорил, что никому нельзя верить. Что все ищут только выгоду. Говорил. И ты этому подтверждение. А вот Даше можно верить. Она из тех, кто будет верен до конца. Понимаешь? Отпусти ее. Не ломай ей жизнь, шизофреник. Олежек, что-то я не пойму, ты ли это? Сирота московская, которую я пригрел, за стол посадил, в дом пустил. Когда с женой беда случилась, кто тебя вытащил? Вылечил. Знаешь что, Олежка, звонят мне все время. Звонят, звонят. Ты вот что, забудь ты про эту девчонку. Приведи себя в порядок и езжай-ка ты в офис. Там без тебя кирдык. Давай. Работать надо. Работать. Давай. Иди уже. Иди. Ага. Стой. Еще один косяк. Убью. Что с Олегом? С ним все хорошо. Пока. Вот, я все подписала. Теперь вы его отпустите? Даша, все-таки у тебя сложилось неверное впечатление обо мне. Кстати, этот мальчик, как его? Максим. Максим, сколько нужно на его лечение? 40 тысяч евро. 40 тысяч евро. Вот. У него будет 40 тысяч евро, если ты будешь вести себя правильно. Умничка. А куда мы летим? В теплые края. Тебе понравится. Ирина, мы с Дашей уезжаем ненадолго, так что у вас краткосрочный отпуск. Я позвоню. Понятно.
срочное дело. Это связано с финансовой махинацией, которую 4 года назад провернул Богданов с фирмой Александрия. У меня есть все доказательства. Я сам в этом участвовал и готов написать явку с повинной. На данный момент Богданов едет в аэропорт, чтобы улететь из страны. Задержите его, не дайте ему посадить на самолет Сотникову Дашу, которую он выдает за свою дочь. Не упустите его, прошу вас. Вот вам бумага. Пишите явку с повинной. Богданова я не упущу. В этом вы можете не сомневаться. У меня самолет через час. Ты мне запомнишь этот день. Добрый день. Людмила Григорьевна у себя в кабинете. Добрый день. Добрый день. Вам придется проехать с нами. Ждут в ординаторской. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Вадим, я от Олега Артемьева. Просил передать это на лечение мальчика. Возьмите. А почему он сам не пришел? Он в тюрьме. Написал чистосердечное признание. Светит срок. До свидания. Посмотри, здесь хватит на лечение Макса. За эти деньги сможешь поехать с ним. 100? Мне нужно кое-что тебе отдать. Он все это время был у тебя? Да. А почему ты сразу мне его не отдал? Потому что он преступник, и он получит срок. Ты что думаешь, когда Богданов покупал тебя в детдоме, Артемьев об этом не знал? Прости. Мам! А? Глянь. Что? Может, галстук надеть? Нет, нет, нет. Не надо тебе тут галстук. Все, Слава. Все, не суетись. А то еще опоздаешь.
Все, давай, одевайся и едь. А, деньги подожди. Не-не, мам, не надо деньги, у меня есть. Да? Ну хорошо, все, ты туда езжай на метро, а то там на МКАДе, знаешь, пробки. Да-да-да. Все, а потом уже все, назад на такси. Все, вот так. Ну все, красавец. Так. Да. Все. С Богом. Давай. С Богом. Все. Добрый час. Ну, аккуратнее. Славик, ты что? Мамуль, спасибо. Даже тебе. Маша, спасибо большое. С приездом, мои дорогие. Ну, как дела? Отлично. Ну, давай знакомиться. Надежда Павловна. Спасибо, все. Пошли, пошли в дом. Я очень скучал. Идем, мам. Чего вы тут стоите? Пойдем. Идем, идем.